Всем доброго времени суток, с вами Елена, и сегодня у нас в Сочи на переулке Промышленном 4 на оптово-цветочной базе невероятный, потрясающий завоз орхидей, ну и других растений. Вот так чуть-чуть. По растениям, которые привезли, машина задержалась, но орхидеи просто восхитительные. Вот так немножко общим планом. То, что привезли, полные коробки орхидей. Выбор как никогда. Кажется, ну все, уже все видели. Но можно ими, наверное, этими цветами восхищаться бесконечно. И хотелки наши никуда не денутся. Какая бы у нас ни была коллекция, и как бы мы говорили себе, что все равно будем покупать. Вот такие мультифлоры в 12 горшках пришли. Букеты очень красивые. Вот это, мне кажется, должна ароматить. Корни отличные. Значит, орхидеи на 2 цветоноса и мультифлоры по 1780 рублей. На один цветонос 1290, и мини-орхидей было немного, по 1010 рублей. Вот эти орхидеи, они невысокие, но у них шапками цветы, букеты, взрослые растения, но цветоносы невысокие. А сами цветы, ну прям вот особенно у белых орхидей, очень крупные. Красивые до невозможности. Ну вот так еще немножко общим планом. Пришли фантомы. Фантомов у нас давно не было. А в этот раз прям и на один цветонос, и на два. В общем, орхидеи на любой вкус, цвет. И как удержаться, невозможно. Вот такие мини-орхидеи в 9 горшках. Ну, политые, но корни есть у всех орхидей. Тоже красивые. Потом туда дальше покажу еще. Их всего было две палетки. Сога Лоуренс опять приехал к нам вот так вот, который завоз. Корни отличные. Который завоз нас радует этой редкой орхидеей. От восторга камера фокус теряет. Потрясающий красавец. И не знаю, девочки, у кого там он пахнет копченостями, я не услышала. Вот. Вот орхидея, от которой захватывает дух. Это тулон. Я покупала 22 марта этого года тулон. И орхидеи пришли очень залитые. А мне некогда было сразу ею заняться. И она у меня, ну, прям неожиданно быстро пропала. Я так по ней грустила. Вот эту орхидею привезли впервые. Вот посмотрите, казалось бы, да, вот их несколько штук, они крупные. Цветок у них где-то 11 сантиметров. Мощное растение с вот такими отличными корнями. На горшке тестовый номер. Вот их несколько штук, но они все немножко разные. Вот первая, которая была, вот она приходила до этого в сингалы. А в этот раз посмотрите, какие разные расцветки. Вот эта орхидея очень похожа на Хазард, но что-то у нее какая-то, или на Хазард, но у нее очень яркая губа. А может быть, он и есть. Вот, тоже отличные корни. Взрослая розетка. Ну, мне кажется, это все-таки персики. Вот если по поводу Хазарда есть немножко сомнения, то насчет персиков нет. Беглип молния.
Да, у азиатских продавцов он называется там далматин, кар, что-то такое. Но это же голландская орхидея, молния. И венецианский карнавал. Вот орхидеи на один цветонос. Кстати, бегли-помолния давно не было. Вот эти орхидеи под заказ получили Пилоров Бинти. Я не знаю, они все разные. Вот казалось бы, да, одна орхидея, но они же все расписаны по-разному. И, ну, никак камера, ну, невозможно показать так, как хотелось бы. А еще они как-то странно все смотрят в разные стороны. Ну, вот такая красота. Вот и при желании, когда хочешь купить, ну как выбрать-то? Красивое, потрясающее. Приехали парфюмерные фабрики, крупные, в 12 горшках. Вот такие вот прям мощные, пышные букеты с отличными корнями. Прям ух. Вот вторая фабрика, по-моему, это Maiden Rose была, новая фабрика. Красивая. И цветы красивые, и пахнут вкусно, и листья невозможно хороши. Так, дикий камень, вот таких пышных растений. Я покупала, когда свою, тогда у нее было просто название «Дикий камень». Теперь у нее есть второе название «Гроссета». Но мне «Дикий камень» больше почему-то нравится. Видите, какой букет. Ведь она вся на бутонах. И дома она все бутоны откроет. И черная птичка. Казалось бы, такая редкая орхидея. И вот, пожалуйста. Невозможная красота, но еще раз тулон, вот в другом месте, при другом освещении. Губа это потрясающе. Вот тулон, наверное, та орхидея, которой можно любоваться и любоваться. И вот такая миничка. Мне кажется, что она чуть-чуть ароматная. И очень здорово политая, посажена в торф стакан. Мадонна. В этот раз была опять одна Мадонна. И вот такая вот пестрая красавица. Да, выбор орхидей аж захватывает дух. Вот это мини-орхидеи в 9 горшках. Но цветочки не мелкие. Только вот у этой. У нее действительно мелкие цветы. Ну, где-то 2,5 сантиметра. Вот такие крошечные. Но она классная. Замбия. Тоже на 3 цветоноса в 9 горшке. Вот корни у всех орхидей есть. Просто за счет того, что они политые, не у всех хорошо видны. Вот этот Black Stripes невысокий, но пышный какой. Розетка мощная. И вот Black Stripes были и темные окрас, и вот такой светлый. Вот эту орхидею видела впервые. Понравилось очень. Цветок крупный, где-то, ну, около 8 сантиметров. И посмотрите, какая фронтера. Цветоносы невысокие, а растение мощное. Вот таким букетом. И цветы очень крупные. Иногда фронтеры приходят не с такими крупными цветами, а это что-то невероятное. Вот редкость, редкостная каода. Ой, юка, как же редко бывает юка. И вот. Не все понимают эту орхидею, но она невероятная. Ну и вот такие вот на один цветонос в микс поставили вот с растущими корнями орхидеи. Вот она, казалось бы, самого простого оттенка, но она крупная, она в искорку.
Просто красота. Мне кажется, это Стелленбош, но у нее есть небольшая мутация в цвете. В этот раз хотелось каждую орхидею рассмотреть, но, ясное дело, это сделать невозможно. Я даже не показала африканский закат, многие биглипы, потому что глаза разбегаются. Хочется не только снять обзор, а еще посмотреть что-то. Да, кстати, у нас в этот раз будет розыгрыш на канале. Магазин выделил орхидею для розыгрыша. Так что... И вот это. Она тоже с легкой мутацией. Вот камера не передает полностью, но она вся в такой штришок, неоднотонная. Кэви Бьюти. Тоже как-то раньше ее очень часто привозили, а сейчас она редкая гостья. Но красивая, яркая-яркая. Такой букет. Вот эту орхидею видела впервые. Посмотрите, какая у нее губа. Мало того, что она вся в рюшечку, она кудрявая, корни у нее есть, она просто политая. Но, боже ты мой, какая у нее губа. Это чудо какое-то. Ну и вот букеты мини-орхидей. Вот этой полосатой орхидеи очень широкая круглая губа. И вот цветок крупный и тыльная сторона розовая. Красивая орхидея. Корни, гляньте, какие. Чудо. Просто чудо. Невозможное. Ну и вот так немножко по мини-орхидеям. Лимпопо. Лимпопо пришло много. Смотрите, какая полянка. Ну и визитка магазина. Звоните.